Я ее нашел 3 штуки в аирдропе. Отлично, отлично. Мы трейду готовы полностью. Чего? Время, блядь. Перед началом видеоролика хочу вам посоветовать канал Шамзи. У него годный контент, красивые превьюшки, и он снимает игры по игре Unturned. Если ты заинтересован, ссылочка в описании. Залети, напиши в комментарии что-то от меня. Поможем, братцы. Вам приятного просмотра. Не, ну просто у нас нет смысла, типа, идти туда, без аптечек. Да, надо с аптечками идти. Я правильно бегу, стой? Нет. Вот теперь да. Там, короче, это просто жесткий коронавирус, пацаны. Ой. Ты... Че? Их не газ из моей жопы. Нюхни газка. Стой, да ты даешь. Да ты в курсе, это на ролик. Я знаю. Стой, 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 стой. Тормозни, мы не туда немножко бежим. Мы бежим не в тот город. А нам вот туда, короче, через реку, короче. Короче, нам идти так нормально. Мы неправильно немножко шли. Мы на входе уже в этот город заброшенный. Там я вижу сверху кибитку. Она, по-моему, не застроена. Все, противогаз начал действовать. Тут не забывай менять. Так, стой, что тут есть? О, титан одежда, неплохо, неплохо. Что тут еще? Тут ничего нет. Опа, нормально так. Опа, это если нам станет фигово от вакцины. От всяких. Тут ничего. Тут тоже ничего. Ладно, двигаемся тоже потихонечку вперед. Не, ну серьезно, правда, мало патрон. Флешка. Конечно, бесполезная херня. Флешка, правда, бесполезная, да? Вот, да, там тоже машина есть. Там, если что, когда назад пойдем, там машина тоже есть, не парься. А если они укусят, они реально прям жестко ранят, вот эти вот зеленые. Стойте, твари. Тормозните, тормозните, ну куси меня. Ох, ты нормально, они сразу радиацию едят. Да-да. Что за мясо? Пожалуйста, помогите. Фук, ходячий коронавирус. Отстаньте от меня. А? Китайцы, отстаньте от меня. Ну, кстати, ничего мы особо тут не выбили, но типа то броня. И чё, это вообще, если честно, фигня. Чё-то... Не, ну я вижу только на то броня мне выпала. О, я выбил. Смотри, смотри, смотри. Ни хера не радиация уже. Да, у меня есть, если что, вакцина. Тебе сколько, у тебя сколько радиации? А у меня сутка. А, ну все. Ищи такие патроны, треугольники, если что. Такие треугольники. Как чем Shadow Stalker заряжать. Они тут должны выпадать иногда. Наверное, редко. Но если что, на Скорпион сходим, их там дофигища можно найти. Потому что я нашел рейдерскую, по-моему, пушку. Я, конечно, в этом не уверен, но возможно. Да. Кстати, пацаны, напишите в комментариях. Мы просто сейчас снимаем с Саней ночью. Если хотите увидеть ролик днем, когда полный онлайн, когда жесткая PvP, напишите об этом в комментариях. Ай, вы чё, ёптель-моптель. Чё-то это вообще их не сносит.
Так, может, время делать. Так. Ну, кстати. Пока я ничего тут не... Опа, патрончики на НТВшечку. Еще патроны на рейд, снайпер, патрон. Смотри, вот так рейдовские патроны выглядят. Иди сюда. Так выглядят рейдовские патроны. Они красные. Красава, 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 красава. Спасибо за пистолет, он мне так нужен. Да. Че, еще есть? Кибитка. Нормально, нормально, нормально. У тебя дофига рейдовских патрон. Ну это не рейд, но пофиг. Ой-ой-ой, мне надо поменять эту фильтр. А то ему уже плохо моему. Нам нужно НТВшку, только найти НТВ и все, и минус дома. Нам только надо НТВ найти. Это если что, можно сходить на военку. Давай. Что ты нашел? Братан, хочешь охренеть? Да, что-то нашел. Смотри. Ты сейчас просто описываешься. Давай, давай. Миниган, наверное? Да, я так и думал. А-а-а! Радиация! Блин, я снял этот. Все, одел. Быстрее надо схавать эту штуку. Девка за рулем. О, АВМ. АВМ. Нормально. Да. Это хорошая снайперка, это лучшая снайперка. В своем деле. НТВ Gold тут нету, да? Да, набор настоящего. Все. Все, поехали, поехали, Санек, отсюда. Тут больше нечего делать. Ты уверен, тут зомби каждые 5 минут возвращаются? А, да? Блин, у меня... Опа-на. Можно будет кончилось это. Блин, замени. Дурак, не это. У меня... 4, забили на 4. Черт. Я уже какой раз умираю? Так, где у меня эта радиация? Сейчас в колюсе. Все, наконец-таки. Все, погнали. Ты, кстати, не забывай менять фильтр. Я вот забываю уже какой раз. Уже в этом пожалел. О, аэродроп вылетел. Санек. Поехали на него. Да. Сейчас там машина полицейская есть, 100%. Она там стоит. Поехали на аэродроп. Там 100% есть. Да нафига, там в конце полицейская стоит. Вы побежали? Нафига тратить время? Ёбаный! Блять! Ёбаный! Ёбаный! Ой, я наш вижу это. У нас бензина не так много, но в принципе... У меня соточка. Я-то уже приготовился. Я реально не пойму, где он мог упасть. Так, это не... Это, походу, не тут. Чекни военку, Сань. Чекни военку. Там фаер должен быть? Да. Я, кажется, понимаю, где он упал. Ну, я очень сомневаюсь, но, скорее всего, военка. Хотя, ну, чекни военку, я, если что, чекну пока, что поеду на гору. На гору, точнее. Тут я уже вижу домики, кстати. Тут домиков вообще немало. Да, короче, убивай зомби и... это, собери с них именно рейд-лут. А, так, я нашел аэродроп, все отлично. НТВ назад... нужна, да? Да. НТВ. Да, НТВ. Да. Зашибись. Я ее нашел 3 штуки в аирдропе. А я... Отлично, отлично. Мы к рейду готовы полностью. Чего?
ты время, блядь. Владос. Владос. Да. Ты что, спишь? Я что-то обосрался, думаю. Санька, короче, слышь? Санька выгнали из компа. Его выгнали из компа. Нет, батя. Короче, батя к нему подходит, знаешь, я слышу шаги, короче, прям реально целенаправленные такие быстрые. Да не, ладно, тихо, ты не был в том ролике. Что ты скажешь о том, что твой батя закрыл твой компьютер? Это печально.